Творческий дух, динамизм, устремленность в будущее. Зримой вехой тому путь, который прошло наше народное хозяйство, наука за последние десятилетия. Оглянитесь вокруг. Мысленно представьте природу окружающих вас вещей, и вы убедитесь. Бурное развитие производства – прямое следствие научно-технической революции. Размах строительства, увеличение объемов зданий и сооружений. В этих условиях стало необходимым максимально широко применять средства автоматической противопожарной защиты, оснащать пожарные части современной техникой, совершенствовать тактику тушения пожаров. ЦППС. От него требуется умение почти мгновенно оценивать ситуацию, проявлять творческую инициативу. Сегодня на помощь дежурным приходят автоматизированные системы связи и управления пожарной техникой. Одна из таких систем несет службу в Москве. Диспетчер вводит в машину только адрес пожара и номер вызова. Электроника анализирует наличие сил и средств. Автоматически по телетайпным аппаратам передает в части приказ на выезд. ЭВМ держит в памяти одновременно до 16 пожаров. Но одно дело правильно распределить силы и средства и держать в памяти всю информацию о пожаре, и другое – успешно потушить возникший пожар. Спасение людей, охрана народного достояния от огня – священный долг каждого работника пожарной охраны. Так гласит боевой устав пожарной охраны. Действия при тушении пожара приходится вести в различные обстановки – днем и ночью, в сильные морозы, при высоких температурах, в задымленной и отравленной среде. Успешная борьба с пожарами – во многом зависит не только от подготовленности личного состава, но и от возможностей боевой современной пожарной техники.
современная техника. Казалось бы, совсем недавно, по существу, на глазах у живущего на Земле нашего современника, видел он ее вот такой. Комплекс технических средств, тактические возможности, эффективное использование – эти слова неведомы были для них. Сегодня, вглядываясь в эти машины, созданные у нас в стране и за рубежом, мы невольно начинаем представлять их возможности. В поисках решений, порою написанных на жестоких, суровых страницах пожарищ, рождалось и воплощалось новое. Прилукского завода начинает свой путь пожарная автоцистерна АЦ-40-130, модель 63Б. К месту пожара доставляется вода 2100 литров, пенообразователь 150 литров, пожарное оборудование, личный состав, будучи изготовленными на шасси повышенной проходимости. Автоцистерны на базе ЗИЛ-131 и Урал-375Н приспособлены для использования их в различных условиях бездорожья. Цистерны на шасси Урал-375Н имеют несколько большую вместимость воды и оборудованы стационарным лафетным стволом. Привезенного запаса 4000 литров воды достаточно для работы одним стволом с насадкой диаметром 13 мм в течение не более 15-17 минут при напоре насоса 60-80 метров водяного столба. В вертикальной плоскости вверх 90 градусов, вниз 20 градусов. Производительность. До 6 градусов. Работа стационарным стволом возможна и при движении автоцистерны. Для того, чтобы насос развивал достаточный напор, движение автоцистерны осуществляется на первой и второй передачах. Имеет угол поворота влево и вправо по горизонтали 140 градусов.
цистерны на шасси ГАЗ-66 мобильные и маневренные. Однако имеют малый запас воды и сравнительно слабый двигатель. Тактические возможности отделения на автоцистерне обусловлены как техническими данными автомобиля, так и численным составом его боевого расчета. Отделение на автоцистерне АЦ-40 с боевым расчетом из 6 человек в течение полутора минут может ввести в очаг горения 1-2 ствола или один генератор ГВП-600, одновременно проводя спасательную работу по тушению пожара с установкой выдвижной лестницы. Пожарный автонасос не имеет водобака, поэтому его обязательно устанавливают на водоисточник. Это увеличивает время введения в действие первого ствола. Однако большая численность расчета автонасоса, 8-9 человек, увеличение более чем в два раза числа вывозимых рукавов, существенно повышает его тактические возможности. Пожары. К сожалению, их количество не уменьшается год от года, и последствия становятся все ощутимее. Человеком стали новые проблемы по борьбе с огненной стихией. Специально созданные коллективы ученых, конструкторов, производственников и специалистов ведут разработки, проверки и испытания новых компонентов и средств, способных быстро и надежно бороться с огнем. Пожарный автомобиль порошкового тушения АП-3, модель 148А, призван тушить самые разнообразные пожары. Он незаменим для дежурств на аэродромах. Может быть успешно применен и в борьбе с огнем на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Запас огнетушащего порошкового состава 3 тонны. Его хватает для эффективной работы лафетным стволом в течение 1,5-2 минут. Однако часто возникают ситуации, когда применение только лафетного ствола недостаточно.
Увеличение ручных стволов производительностью 5 килограммов в секунду дает возможность достаточно эффективно использовать возможности современного порошкового автомобиля. Большое внимание уделяется отработке взаимодействия частей с новой, все более совершенствующейся техникой. На специально оборудованных пожарных полигонах проводятся учения в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям. В течение крупных пожаров нефтепродуктов автомобиль АВ-40 воздушно-пенного тушения используется самостоятельно с установкой на водоисточник или вместе с автоцистернами и автонасосами как насос-дозатор пенообразователя. Пеносмеситель автомобиля АВ-40 позволяет подать от него на тушение пожара 6 генераторов ГВП-600. Вывозимый запас пенообразователя 4000 литров обеспечивает работу генераторов в течение 30 минут. Этого достаточно для тушения нефти на площади до 480 квадратных метров. В данном случае на гусеничном ходу, имеет телескопический подъемник. Он позволяет успешно ликвидировать горение бензина на площади до 300 квадратных метров. Всегда следует помнить, что в начале подачи пены при тушении нефти и темных нефтепродуктов возможно их вскипание. Понял вас!
заблаговременно должны быть приняты меры по обеспечению безопасности людей, участвующих в тушении, а также предусмотрена защита струями воды рукавных линий, находящихся в зоне активного воздействия пламени. Автомобиль газово-водяного тушения АГВТ-100. Он представляет новое поколение боевой пожарной техники, способной в экстремальных условиях крупных пожаров оперативно решать самые сложные задачи. От многого того, что каждодневно обновляет нашу жизнь, делает ее стремительной и современной, суть и сложность работы пожарного осталась такой, какой она была и прежде. Бороться со стихией, бороться с огнем. И методах. В деле борьбы с пожарами достигнут значительный прогресс. Но как бы ни была совершенна техника, главная роль все-таки за человеком. Быть всегда начеку. В любую минуту быть хладнокровным, смелым, решительным. А ведь рядом опасность, риск. Вот почему каждодневная тренировка с полной отдачей до автоматизма – необходимость. Thank you.
Пожарная насосная станция ПНС-110 подает воду из открытых источников на большие расстояния по магистральным рукавам диаметром 150 миллиметров. Опускание и подъем всасывающей линии производят ручной лебедкой, укрепленной на трубе приспособления. Вылет стрелы приспособления 4 метра. Длина каната лебедки 11,5 метров. Время приведения пожарно-насосной станции ПНС-110 в готовность всего 2,5 минуты. При высоте всасывания 3,5 метра, всасывающих рукавах диаметром 200 миллиметров и длиной 8 метров, насосная установка станции может непосредственно питать 4 пожарных автомобиля с насосными установками общей производительностью 110 литров в секунду. Пожарно-насосная станция используется в комплексе с рукавным автомобилем АР-2, необходимым для прокладки магистральных линий, питаемых автоцистернами и автонасосами. Прокладка одной или одновременно двух рукавных линий может производиться на скорости движения автомобиля в 8-10 км в час. В рукавном автомобиле прорезиненных рукавов длиной в 20 метров можно вывести 67 штук, если их диаметр 150 миллиметров, 92 штуки, если их диаметр 110 миллиметров, и 110 штук диаметром в 77 миллиметров. Достоинство пожарного рукавного автомобиля в механизированной намотке рукавов в скатке. Время намотки рукава в скатке, с учетом установки вилок приспособления, около 40 секунд. Механизирована также и погрузка скаток в кузов автомобиля. Время подъема 25 секунд.